Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и хочу вас сегодня познакомить вот с такой вещью. Ну, это вы, наверное, видели, это ардуинки, купили для эксперимента, будем работать. А это от производства Тилтоники CAN-контроллер L300. Тут есть вот такая вот схема установки. Элемент, вот такая небольшая коробочка. Вот один элемент контроля. Этот шуруп, чтобы корпус держать, и вот провода для установки втыкаются и дальше подключаются. Разбирать я его не буду, потому что вещь это для нас пока новая, но есть у нас другие моменты по контролю, чтобы читать было CAN. По работе можно почитать инструкцию на сайте Тилтоники на английском языке, либо если у вас будут какие-то вопросы по работе с ней, вы можете задавать их в комментариях под видео, я вам обязательно на них отвечу. Благодарю вас за внимание. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, а также жмякнуть на колокольчик, чтобы получать новые видео.